Февраль не балует теплом, он лишь его предполагает, под ноги снега накидает, за щеки потрепать готов. Но к холодам уже привыкли, зима закалку нам дала, но шубы носим мы пока, хотя они уж надоели. Природа все ж свое берет, день помаленечку растет, и радость окрыляет нас, зима закончится сейчас. Томлением душа полна, настало время обновления, любить, желать и строить планы, мечты в реальность воплощать. Но полно смело так мечтать, пусть снег растает и просохнет, мороз уйдет, и вот тогда прощайте, матушка, зима. 13 февраля, день Никиты, день назван в честь святого Никиты, затворника Печорского, епископа Новгородского. В юности Никита был обольщен бесом, который предстал перед ним в образе ангела и сказал, чтобы он не молился, а читал книги. Братьям усиленными молитвами удалось отогнать от Никиты беса. Он исповедовал свой грех и начал вести строгую жизнь. Бог простил его и наделил особым даром – по молитвам к Богу низводить дождь с неба, гасить пожары и многими другими чудесами. Сегодня молились святому Никите, потому что считали его защитником от молний и пожаров. Вечером не рекомендовали выходить из дома, могут навести порчу. Особенно если 13 февраля выпадает на пятницу. Тогда весь день считается неудачным и опасным. И если пожар возникал в этот день, его считали делом огненных бесов и колдунов. Были специальные знахари и ведуны, которые умели заговаривать огонь. Приметы. Если огонь в печке горит красным пламенем, это к морозу. Если горит белым пламенем, это к оттепели и ранней весне. Если печь плохо топится, а дрова гореть не хотят, это к теплу. Пожар на Никиту – порча, наведенная на всю семью. Если ночь сегодня ясна, завтра будет солнечно. Если на деревьях выпал иней, ночь будет звездной. Если сегодня на солнце видны круги, к урожайному году. Если вспомнить тем более выдержку из Библии, без воли Господа и ни один волос не упадет с вашей головы, для того, чтобы человек заболел каким-то серьезным заболеванием, должна быть веская на это причина. Поэтому устраняйте ее. Кстати, одной из причин является то, что люди обидчивы. И обида их съедает. Большую роль в развитии заболеваний играют обиды. Человек вот обиделся на кого-то, он не может простить. И вот эта вот обида, как своего рода посторонняя энергетика, она формирует в теле человека своеобразный энергетический очаг, в котором находятся клетки. И уже клетки организма управляются не общей энергетикой организма, а вот этим очагом обиды. И чаще всего там они располагаются, допустим, в районе там груди, вот, в сожалении, значит, это в районе там кишечника. И воздействуя долго на клеточку, они заставляют ее перерождаться. И клеточки начинают перерождаться совсем в иную, делящуюся такую опухоль. Интересно, опыта. А техники прощения существуют? Конечно, существуют и техники прощения для того, чтобы человек избавился от этого. Конечно, техника прощения довольно-таки сложная, но тем не менее она выполнимая. Для того, чтобы... Давайте пока мы будем обжаривать. Да, у нас сейчас большая помощь в виде лукового супа. Да. Потому что все мы, знаете, привыкли, что вот что-то съел, или еще что-то там, дали нам таблетку, или даже взяли ножик и отрезали там эту больную часть. Но это не решает тех проблем, которые имеются у вас. В голове. В голове, да, в вашем сознании. Именно они-то и все это дело решают. Давайте маслица. Геннадий Петрович, вы, конечно, меня каждый раз поражаете,
Так, и вот сегодня я радуюсь, что с луковой шелухой мы будем обжаривать лук. Да, все это. Потому что, оказывается, потом мы будем процеживать. То есть у нас получится такой бульон даже. Да. Мы будем... И именно этот бульон и надо будет принимать. Угу. Вот. Все, можно обжаривать. Можно обжаривать. Танюша обжаривает. А я пока мы ставим и обжариваем это все. Крышечки накрываем? Пока нет. Не надо, да? Техника прощения, она заключается в том, что прежде всего человек, который хочет простить, он должен войти в состояние своего обидчика и оправдать его. А почему он поступил со мной вот таким вот образом? Этот процесс не скорый, он идет долго, человек так меняется, трансформируется. И потом, знаете, прощение идет тогда, когда человек начинает плакать. То есть без этого феномена никакого прощения не происходит. Еще древние говорили интересную вещь, что тело очищается водой, разум очищается знанием, а душа очищается слезами. И вот надо очиститься слезами для того, чтобы та скверна, которая в нас была и вызвала серьезное заболевание, вместе со слезами ушла. Становишься на место обидчика, да. И объясняешь, это как актерское мастерство, объясняешься самому себе, самому себе. Почему? Почему вот он так себя вот вел или повел? Да. И оказывается, что в конце концов, почему он это так сделал и почему ты так отреагировал. И важно, знаете, не то, что почему он так сделал, оказывается, важно, почему ты так отреагировал. Потому что это скверно или духовное несовершенство уже у тебя были. Они ждали своего учителя, они ждали своего момента, когда все это проявится. И вот именно не в том человеке надо его не прощать, да. А надо его благодарить, что он тебе помог проявить вот это несовершенство, которое, смотрите, не просто в тебе было, дремало, оно в виде такой змеи, в виде такого, такой болезни было в вас. Вот, и вы от него избавляетесь. Все, и оно уже, знаете, не имеет над вами силы. И опухоль раз, сама потихонечку рассосется и уйдет. А вы станете более духовно зрелым, более духовно совершенным. Вот в чем дело, оказывается. Да? Да. А у нас, суть до дела, прекрасно зашкварчал лучок. Я да? Вспомнила две фразы, связанные с обидами. Но это уж вот, когда получится да. Вам прощать тех, кто вас обижал. Или давайте так, по-другому скажем. Вот наступил какой-то момент, и вы всегда думаете, ой, я сейчас обижусь, сейчас я как обижусь. Оно уже пошло, что я уже обижаюсь. Выбирайте любую их две фразы. Первая. Все обиды от бедности духа. Великолепно. Вторая фраза, она такая женская, говорят, она принадлежала Зыкиной. Обида удел горничных. Тоже тонко. Поэтому имейте в виду, что вам нравится, то и выбирайте. Но обиды, конечно, на кого-то другого, к сожалению, едят только вас. Будем здоровы и будем знать, что такое правильный целебный луковый суп. Вообще, конечно, миф заключается в том, что луковый суп – это традиционное французское блюдо. Но Австрия, Франция, они все-таки там рядом, по большому счету. Как Ростовская, Волгоградская область, даже меньше. Это все на территории одной области происходит, они же очень маленькие. Эти государства, и тем более Австрия со своей историей, когда она была то австро-венгерской, то она была какой-то своей независимой. Мы в Австрии можем как гуляш найти, так и этот луковый суп. И, может быть, наш Рудольф тоже его взял где-то, посещая какие-то границы с Францией. Но смысл в том, что луковый суп – это всегда много лука, и он очень полезен. Кто-то ест с гренками. То есть это прям вот… Лук? Да, именно луковый суп. Я помешиваю. Да, давайте. Значит, когда суп будет готов, во-первых, его не процеживают, ну вот по классике, такой обычной кулинарии, не целебной. А сверху кладут багетик, кусочек багета, ну французский же кусочек багета и твердый сыр, ну типа нашего чеддера, допустим. И вот это все в горшочке еще кладут в духовку.